Подразделению были переданы комплекты специального технического оборудования, приобретенные на средства, которые передают в региональный фонд содействия предпринимателя, организации и все желающие из Тувы, которые хотят поддержать воинов-земляков. Когда мы крайний раз были на территории специальной военной операции, военнослужащие подходили и делали заявки для выполнения поставленной цели. Мы стараемся в кратчайшие сроки по поручению главы. Мы сразу реагируем в кратчайшие сроки. Единый штаб оказывает поддержку военнослужащим и их семьям. Непосредственно для бойцов закупаются квадрокоптеры, тепловизоры, автомобили высокой проходимости и разные специальные тактико-технические средства. Сейчас нахожусь в представительстве Республики Тыва в городе Москве. Получаю гуманитарную помощь от правительства Республики Тыва. Хочу поблагодарить от нашей роты правительства Республики Тыва главе Ховалугу Владиславу Таваштаевичу огромное спасибо за оказанную вам материальную помощь. Отметим, что фонд содействия продолжает заниматься приобретением дополнительных технических средств и другого снаряжения для обеспечения участников СВО, а также организовывает практическую помощь их семьям во взаимодействии с Единым республиканским штабом. Заявки на закуп технических средств поступают лично от самих бойцов во время командировок штаба на территории СВО. Айсу Мангуш, Владимир Сюртук, Дожусат, телеканал ТВ-24.